360 человек через неделю отправятся в местность Эртодайдох-Ангаласского района и проведут неделю в палатках. С 26 по 30 июля там пройдет молодежный образовательный форум «Синергия Севера». А сегодня в Якутске на заседании оргкомитета форума обсудили ход подготовки. На встрече утвердили состав дирекции форума, также озвучили основные моменты размещения участников, питания, культурно-развлекательной программы. Сегодня также решаются вопросы приобретения авиабилетов участников всероссийского слета студенческих отрядов, организации фестиваля молодежи «Зима. Город» и другие. Традиционно участники форума «Синергия Севера» будут жить в палатках. Для этого в местности создадут палаточный городок. Пригласили 11 экспертов с Ханты-Мансийска, с Москвы, с Владивостока, которые будут работать с нашими молодыми ребятами. А также предполагается участие Федерального агентства по делам молодежи, как руководителя Бугаева, так и экспертов, которые будут работать в части определения грантополучателей по направлению молодые предприниматели. Поэтому спрос и желание у молодых наших жителей республики большой. Мы уже отобрали 200 человек. Отбор завершается этой неделей. Я думаю, что конкурс достаточно высокий, желающих участвовать на нашем образовательном форуме большой.